Здравствуйте. О главном в Нижнем Новгороде к этому моменту. Власти Нижегородской области закроют 21 малопосещаемую школу. Речь идет об образовательных учреждениях, в которых насчитывается 10-15 учеников как в начальной, так и в основной школы. 4 из указанных школ являются вечерними, и их могут присоединить к действующим школам с большим количеством учеников. Окончательное решение будет приниматься муниципалитетами, так как они являются учредителями всех этих школ. В случае закрытия школ местные власти обязаны будут организовать доставку учеников в другие школы районов, предоставляя автобусы или бесплатные проездные. Инструктор базы отдыха в Иксунском районе помещен под домашний арест. Следователи подозревают, что именно его действия привели к гибели 12-летней девочки, разбившейся на квадроцикле. Подозреваемый осознанно сдал в прокат квадроцикл 12-летним девочкам, не имеющим права управления транспортным средством. Сборная России по футболу не сыграет в Нижнем Новгороде групповых матчей чемпионата мира 2018. Увидеть на домашней арене национальную сборную нижегородцы смогут только, если команда дойдет до 1/4 финала. Нижний примет 4 групповых матча и 2 игры на вылет, 1/8 и 1/4 финала. Первая игра в Нижнем пройдет 18 июня. В Нижнем Новгороде сегодня днем плюс 24, плюс 26, ясно и без осадков. Вечером плюс 17, плюс 25. Хорошего дня!